Параллельно со строительством МЦД-1 идет обустройство подъездных путей к станции. На Баковке уложат около километра дорожного полотна. Затем оборудуют тротуар. Все работы проводятся за счет областного бюджета. На данном участке у нас просто проходит выполнение работ по замене верхнего слоя асфальтобетона. На другом, вот соседнем участке, у нас будет полноценное строительство нового тротуара, который будет идти от Буденновского шоссе и прямо до ЖД-станции Баковка. Работы по обустройству подъездных путей будут завершены до 31 августа. Укладка асфальтобетонного покрытия ведется строго по технологии. Неудобства строителям добавляют только затяжные дожди. Жители Баковки довольны преобразованиями. Многие ждут появления тротуара. Мы очень довольны. Хорошо, что у нас теперь будет хорошее сообщение. И дороги вроде хорошо кладут. Пока дорожники укладывают асфальт, строительство туннеля, по которому будут ходить электрички, в самом разгаре. Шпунтобой готов к работе. Сегодня по графику укрепление грунта. Первый московский центральный диаметр Одинцово-Лобня планируется запустить к началу 2020 года. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».